магистратура журналистика и наш профиль «Теория и практика современных СМИ» предоставляют вам возможность получить действительно очень интересную творческую профессию, получить навыки, которые позволят вам работать в СМИ разного типа, это безусловно. Появились новые мультимедийные возможности, появляются новые мультимедийные жанры. Интернет-журналистика имеет возможности объединить традиционные жанры, которые существовали в предыдущих поколениях СМИ – телевидение, радио, печати. Казалось бы, зачем журналисту нужно знать право? А между тем, именно знание основ права и шире правовой культуры журналиста – это, я считаю, базовая такая составляющая для действительно профессионала. Если вы хотите стать настоящим журналистом, вы обязательно должны поступить к нам на магистерское отделение. Все дело в том, что у вас будут преподавать не только выдающиеся ученые, которые посвятили себя в том числе и журналистике, филологии, но и практикующие специалисты. У нас есть замечательная лаборатория телерадиожурналистика, куда приходят студенты и сами снимают, сами монтируют и документальные фильмы, и телевизионные, и радиопередачи. Мы готовы принять зарубежных студентов, которые заинтересуются российским взглядом на изучение проблем журналистики, которые могут повысить не только свой культурный кругозор, но и приобрести необходимые дополнительные навыки, учитывающие многообразные сегодняшние мировые реалии. Я приглашаю вас к нам, потому что у нас совершенно конкурентоспособная подготовка по направлению журналистика. У нас хорошие кадры, у нас хорошая материально-техническая обеспеченность, у нас творческий коллектив, который готов с вами работать. Добро пожаловать!